Так, а это что, кукурузка, что ли, сюда подъехала? А я только вчера волновалась, думаю, чужие сюда не подъезжают, а они прямо напротив. Нет, спасибо, спасибо, моя солнышко, я тоже тебе могу продать кое-что. Очень приятно. Нет, конечно. Нет? У меня такая память, как у рыбки, как и даже рыбку не помню, как зовут, понимаете? Меня зовут Марина, я из города Ейска. Ага. Именно на этом пляже вы рассказывали обо мне, что я 25 лет мечтала приехать в Индию. И вот благодаря вам я узнала, что коробочки можно копить. И накопила. Я в том году была, и сейчас я снова приехала. Да что вы, и помогла коробочка? Конечно. Ну давайте еще раз расскажем зрителям, что за коробочка. Волшебная. Да, коробочка. В общем, я завела себе коробочку. Вы, только главное, вот только вот тут снимать, тут не снимать. Нет, можно везде снимать. Я приехала с семьей. Там, в том году я приезжала с подругой, в этом году с семьей. И вот я сделала визу на 5 лет. Я надеюсь, что буду приезжать вообще часто. Я 25 лет мечтала и никак не могла. А что, без коробочки не получалось, нет, правда? Нет, правда, правда. Даже не 25, а 27. В общем, я рассказываю свой лайфхак и ноу-хау. Я завела коробочку, когда мне очень надо было в путешествие. Вот коробочка из-под обуви. Там дырочка такая, люверс, да, я ее заклеила, написала там что-то на мечту или как-то. И каждый раз 20% от любого дохода я туда честно клала. Я написала вот. На Индию. На Индию. Вот прям... Я забыла слово вот. На мечту, на Индию. Нет, ну можно на Индию, так, на мечту, на Турцию, куда хотите, да, вот. Может быть, на еще автомобиль. Я, там Марина, которая спрашивала у вас, как назвать группу индийскую. А, вот помните, это я помню, да. Да. Марина Маринина ВКонтакте. Угу. Недавно я вам писала, что хочу с вами в тур. Ага. Вот, и вы сказали, что... Ну мы пока, да, мы пока решили отдохнуть от тура. Все, ну, это энергозатратное. Я в первых рядах. Так вы уже в Индии, вам зачем тур? В основном едут те, кто боится. Вот. Так что спасибо вам большое за ваши видео. И благодаря вам я так много узнала вообще. Вы даже не представляете, какую роль спасибо большое. В моей жизни, да. Вот, дорогие друзья, берите пример с Марины Марининой. Вот какая она молодец. Взяла, сделала коробочку, да. Стала честно, да, откладывать. Ведь, скажите, к концу года такая хорошая сумма получается. Вроде, да, бы всегда, да, денег еще, не хватает. Еще, знаете, что может помогло? Не обязательно коробочка. Письмо своей бабе я вам писала, вы отнесли на дерево желание. Все вместе, в общем, да, и коробочка. Да, и письмо. Но сбылось только через год. То есть вот я написала письмо, и через год я приехала в Индию. Я уже 3 года вас смотрю. Ага. И как бы вот. Людок, сейчас. Давай. Потом будем собачек кормить. Хорошо. Вот, ага. Что, спасибо вам большое. Здорово. И вам спасибо, что делитесь такими радостными событиями. А в том году я еще не успела. Вы приехали 1 декабря, я была с 11 по 21 ноября. Я в комментариях где-то писала, что ну вот, я только уехала, так с вами не встретилась. А в этом году я прям чувствовала, я взяла попозже путевочку. Я прям чувствовала, что вас всему встречу. Свое время. Хотя вы не говорили. Вы же никогда не говорите. А мы даже, нет, мы даже не собирались. Мы с ним сказали, в этом году ногу, а нет, не поедем. И вдруг в один и тот же день я ему говорю, ты знаешь, мне кажется, все-таки моему телу нужен океан, нужен вот этот океанский воздух легким. Он говорит, час назад я решил, что, наверное, нам бы неплохо бы в Гоа все-таки съездить на зиму. Понимаете, вот так вот. Так что, раз. Видите, вот я все-таки вас встретил. Да, замечательно. Я всему свое рада. Время, да, отлично. Дорогие зрители, здравствуйте. Никогда не думала, что окажусь по эту сторону экрана. Вообще, прям вот реально. Я так счастлива. Спасибо большое, спасибо, Мариночка, спасибо. А еще я познакомилась с Катей буддистка Кэт. Мы с ней сходили, мы познакомились с ней уже 3 дня назад. Мы сходили с ней на концерт Sweet Family, познакомились с ними. Как тесен мир. И, кстати, тоже о них я узнала через ваше видео. Ага. И о Кате, естественно, тоже. Мы, короче, с Катей познакомились, все хорошо, сходили на концерт, познакомились со Sweet Family. У Кати выйдет видео тоже, вот как мы познакомились, как мы сходили на концерт с Sweet Family. Вот, и как бы сегодня мы тоже должны были встретиться, но она видео делает, сказала, завтра с вами встречается. Да, да, я тоже недавно об этом узнала, что завтра я с ней встречаюсь. Да. Угу. Вы же обедаете, а я хочу до обеда. Да, да, мы с ней обедаем и, наверное, вот до вечера. Она мне обещала на байке покатать. Отлично. А своих я отправляю. Все снимайте. Экскурсию. Так, а это ваши кто? Это мой сын Руслан. Ого, да, больше мамы. Да, ему 18 лет, вот как взрослый уже.
муж куда-то убежал. Да? Да, а как, вон он как так? Вам 25, а сыну 18. Спасибо. Безобразие. А я их отправляю завтра на экскурсию, мы с Катюшкой встречаемся. Нас, чтобы, ну, отлично. Поговорить вдвоем. А экскурсия куда? На рыбалку. Ну, мы вот, кстати, ездили, вчера приехали с Хампина, 2 дня в Хампе ездили. Скажите, круто там, да? Интересный. Ох, круто, такой. Круто, но все быстрее-быстрее эти экскурсоводы торопят. Ну, там надо вообще-то дня 3 побыть, да, в Хампе-то. Да, я вот, может, потом повторюсь. Это разрушенный, да, город династии Виджая-Нагар. Очень интересно и красиво. Там бочки такие, как бы, вот, там не жарко. Так, мама, смотри, какие люди. Люди не машут. Мы вчера ездили, Лиля, это мы вчера ездили. Да, это мы вчера ездили в Хампе и познакомились с замечательными в одном автобусе людьми. И вот с ними провели как бы день столько знакомых. С того года у меня тоже много подружек здесь. Мы вот только вам шла, всех встретила. И как бы самое главное, у меня же для вас подарок. Ой, да. Ой, прямо вы меня испугали. Не совсем прямой, дня через 2, завтра или послезавтра. Так, Ирина, вот подарок. Ой, для вас. Батюшки. Да. Я же из города Ейска, вот такая кубанская матрешка. Ой, какая прелесть. Это досочка, да, на ней досочка. Можно разделывать? На ней можно что-то делать. Какая можно прелесть. Там захотите. Я спасибо большое. Я специально в чемодан. Ага, отлично. Вот. Катюшке я такую же подарила. Только замечательно. Да. Спасибо такой большое, вот Мариночка. Есть. Ой, полотенце тоже вещь всегда нужная, да, и важная. Кверх ногами. Я живу вот здесь. Я живу вот здесь, да. Прям похоже на Рамболь. Да. Здорово, классно. Спасибо большое, спасибо огромное. Ага. Еще. Да, это не все. Коробочка с сюрпризами. Да, это не все. У нас же будет год крысы будущий, да. Вот это ручная работа. О, какая прелесть, ми-ми-ми. Вот, да, ну это не Ой. Я делала. Ну, это вот девочка, как ее девочка. Зовут? Ну, я не знаю, вы имя придумаете. Вы и приду. Хорошо, я буду придумывать, да, мышке имя. Да. Ну и немножко конфет Саши. Ой! Конфет Саши. This is our people who watching from Yeisk. They already give me a lot of present, and this is for you, Marina. Объясните ему, что я вот обо мне рассказываю. This is candy for you, and I told about her in our video, yes. And her dream was 25 years come to India, and only last year she came in. And you come every year from now. No, what you think, how old is she? She? I can tell you. Я говорю, как ты думаешь, сколько ей лет? I think she's around 27. 27, да. And your son, 18. Это мой сын. Да. And папа, how old? Папа год. Папа, тебе машина. Папа. Это конфетки Саши. Спасибо большое. Спасибо огромное. Мышку. Мышке можно доверить конфеты? Не знаю, не знаю. Пускай. Мышь, сторожи конфеты. Ей сыр нельзя доверять. Конфеты можно. Спасибо огромное. Вам спасибо. И вам спасибо. Давайте сфотографируем. Давайте, конечно, да. Ага. Так, а в какую так, сторону да? лучше? Which side Давайте better? Я вас обниму. Показывайте, а то вдруг, а вдруг? Да. Там убрать? А, ну нормально, хорошо, да. Ну, нормально. Отлично, все да. замечательно. Пришлете ВКонтактике? Да, конечно. Мы с вами первое время очень... Я как бы вас стала смотреть, еще было мало подписчиков. Мы очень долго переписывались, у нас такие поэмы, у меня все сохранено. А потом как да? стало много... Да. Я вам все время просила, чтобы Саши не торопился. И не... Ну, вы мне пришлете фотографии, я перечитаю, потому что сейчас, правда, так много писем приходит да. ежедневно, да, что я даже я не помню. Я перестала писать, потому что мне вас жалко, вы как в одном видео сказали, ну, я смотрю, подписчиков много стало. Я появилась где-то там было, может, 6, а потом стало 15. А вот 33-й подписчик в красной футболочке. Людочка! Да, Люду я тоже победила. Людочка!
Вот вообще шестой подписчик. Вообще шестой подписчик. Мы сейчас всех выстроим. Добрый вечер. Ты тоже по видео прям родной человечек. Это наша зрительница с Ейска, девочка. Ой, я еще землячка, я из Ростова. Почти. Давайте поплачем. Или нет? Не в жизнь. От радости. Не за что. Как раз самое время порыдать. Я еще говорю, землячка практически. Все рядышком. Мир так тесен. Надо было 10 тысяч километров сюда примотать и здесь увидеться. Здрасте, да? Здрасте. Благодаря Ирине здесь. 27 лет мечтала, она рассказала про коробочку. Я вот прям вот решила соблюсти. Ну, плюс я еще перед этим письмо своей бабе написала, чтобы точно сбылось. Да, для усиления и через год вот все сбылось, я приехала в том году сюда. А Ирина, подарок. Ирина, вы не поверите. Я вот все время, как бы, я же знаю про украшения, все время смотрю и такая думаю, как я хочу вот такую 7 чакр подвеску, и вы еще как-то разыгрывали. И ага. Такая, вот прям вот хотела, и вот играла, в розыгрышах участвовала. И зашли, как почувствовала. Ну, наверное, да, вселенная. Вообще так здорово, спасибо. Саши говорит, нельзя только брать. Если что-то получаешь подарок, то надо как бы и отдавать. Иногда другим отдаем как-то, знаете, чтобы вселенная была энергия обмена. Да, это как любовь. Помните, я сегодня про 7 чакр говорила? Почувствовал. Я сегодня прям говорила. У меня такая же. Общество чакр. Ой, какая прелесть. Я прям в шоке вообще. You will remember. Раз уж, да, мечты должны сбываться. Индия вас наконец-то позвала. Я сегодня видела Саши, я, короче, кушаю, такая сижу в Шанти кафе, он мимо в 10 утра, или в 12, ну, короче, в обед, он мимо такой бежит, я такая хотела заорать Саши, а потом думаю, я ж английский-то не знаю, о чем мне нужно с ним разговаривать. Ну, по-английски Саши тоже Саши. Я ж подавилась, такая, а он же быстро бежит, пока, короче, я думала, он быстро пробежал, я думаю, ну, все равно вечером пойду и увижу вас здесь, вот думаю, не буду уже его отвлекать, он, видимо, по делам спешил. Вот, и как бы я его уже сегодня видела. Я даже своим глазам не поверила. Он говорит, значит, это тут Ирина. Какая вы светлая. Я с Люды заметила, думаю, а почему мои такие зрители такие красивые? Вот она тут одна из первых была, кто со мной встретился. А потому что, ну да, тоже 33-й подписчик. Да. И стала наблюдать и поняла, думаю, вот все остальные люди как люди, а мои зрители такие красивые. Я поняла, что ко мне, ну, подходят же с улыбкой, с любовью уже, как бы, как к родному, и улыбаются, и радуются. Ну, потому что от вас исходит тепло, и мы заряжаемся вашей энергией. Вы даже не представляете, какую роль сыграли. Иринка открыла канал, и мы с ней познакомились, и вот дружим. Ну, я, конечно, не с самого первого. Но было еще мало подписчиков. Я с Ириной, мы переписывались, у нас такие длинные сообщения, мы с вами в запой переписывались. А потом как-то она обмолвилась, что, ну, стало много подписчиков, у меня, говорит, я не успеваю читать письма. И я перестала напрягать и писать. Я думаю, ну зачем человека, ну как бы, у нее и так много, только по делу. Она поэтому не всегда я написала, сможет ответить, а переживать будет, что мне она пишет, а не ответит. Вот я думала, написала вам когда про тур, вы мне сразу ответили. Мне так приятно было. Если с Гуа, так вообще не открывается. Открываются письма, да, так сложно, особенно там открытки, я вот бываю, это я все. Я сама напишу что-то, ну просто там, привет, где вы? Где вас искать? В фотопарке, там, в Гуа, где уже вы? Очень, а я даже не всегда не знаю, ответит, не ответит. Ну, позвоню тогда, если что. Так действительно. У вас вот все подруги, вот Люда, Надя, там... очень что-то... Наташка Каблукова. Наташа. Ну, это вообще. А еще я забыла, такая тоже прям такая хорошенькая, она такие кудряшки в очках. А Ира Розенберг. Ира. Ой, вообще это прямо... Я в запой смотрю видео, вот, когда вы вместе, вы смеетесь, это так прям заряжает. Я по ту сторону экрана, особенно если плохое настроение, я сразу включаю вас завтракать, включаю вас, и на весь день заряд идет, понимаете? Вот. И прям вот... Я не могу без ваших видео. Мы тут на мини очки покупали, да так нахохотались. А ты не видела еще это видео?
Не, еще нет. Уже конечно. Наш позор, да, обсуждают. Да, а нет, шучу, ничего это? Плохого да? не пишут, все хорошее. Да, я просто. Я ты же знаешь, я. Все замечательно. Людям нравится. Мне, если я хоть, им это хоть и посмотрела, какие очки мы. Ты знаешь, мы же в торопях все. Да. А на видео все видно, какие очки. В общем, будем ждать распродажи. Я еще пару там присмотрела. Обязательно. Очков. Пойдем обязательно вот. Туда. Так что, Ирина, мы все равно с вами будем все время на протяжении. Я вас не оставлю в покое. Будем видеться. Я и хочу в фотопарке. Я все равно буду ездить, ну, сюда в Индию. Прям у меня все. Вот я только с вами связалась, у меня жизнь наладилась. Да ладно. Вот серьезно. Прям все только пошло. Только с вами прям связалась, у меня жизнь наладилась. Только я не знала, что мы связались, а канал связал. Да, все прям. Да, что такое влияние. Все прям мечты стали сбываться. Вот серьезно, да, здорово. Вообще, вы так открыли мне прям Индию. И я ее, конечно, давно люблю, но вот именно вы открыли вот все прям вот для меня. Я смотрю все. Наверное, поменялись какие-то вибрации ваши, и все пошло правильно, вы встали на правильный свой путь. Что-то отшелушили от себя, что-то отшелушили. Поэтому надо обязательно еще в фотопарке съездить, чтобы уже точно, потому что я у Кати обязательно, спрашивала, да. Она, я говорю, это правда, что там вот эта энергетика, вот мы с ней прям, мы допоздна с ней разговаривали. А Катя же в прошлом году, она первый раз с нами поехала, да? Да, она мы хочет с ней еще в этом, поехали. Так что вы можете вместе. Мы с ней лучше определимся. Да, потому что она говорит, я еще не знаю, когда, вот, говорит, может, с кем-то тоже сооперироваться. Здесь, да, здесь говорю, все внезапно поехала. Решается, кто, куда, еще я заметила, с кем. Здесь нельзя планировать. Ирина звонит и говорит, Саша купил билеты, ты готова, завтра выезжаем в фотопартию. Я говорю, я всегда готова. Поехали. Люда прям такая веселая, тоже приятная. Вообще, я думала, вы подруги уже давно. Ну, так уже давно. Так уже давно, подруги. Нет, лет сать. Видишь, спасибо каналу, да, столько интересных людей мне такие посылают. Такие классные девочки постоянно в турах. Угу. Ой, вот. Вообще, да, это просто звезды, Марина, вот каждая. Это вообще была огонь, угу. Вот последняя. Да, красотка, принцесса. Она прям такая махарани. Угу. Да, принцесса, Марина, наверное, из прошлой Наташа? Жизни. Из прошлого, с последнего тура Мариночка, похожа на индийскую царевну. Да, я вспомнила. Прям такая, она все время плакала. Я тоже думала, что прям вас она очень трогательная и впечатлительная. Держать. Хотя я тоже впечатлительная, но я решила себя у меня держать. Махарани, я сразу Наташу представляю. Наташу Парковскую. Нет. Соседку твою, врача. Ну это... Она такая. Мне, по-моему, так это Жуков, главнокомандующий. Наташа, врач, да. Вы уже купались, да? Я покупалась. А вы давно уже тут 23 дня, да? Ну, 26-го приехали, вот и считай. Время-то мы не знаем, какое число-то. С утра заглядываю в интернет, смотрю, какое число, говорю на камеру, потом забываю благополучно. Память как у рыбки. Ну, мы первые собирались. Да, потом смотрю видео. Три раза передумали. Я приехала, думаю, как раз приеду, Ирина приедет. Смотрю, вы уже здесь, у меня все уже, мне уже хампи не надо, я сюда. У меня уже лыжи намылились. А вы по туру, да? А, да, на 10 дней. И откуда, из Ростова или Краснодара? Вот в ну, то, что видео. Я просто, у меня так много видео, я не помню. Вы говорите, я на этом пляже говорила да. про вот ваше письмо, да? Да, по-моему, 51-е видео на 12-й минуте. Я забыла, как оно называется. Там вы вот как раз про меня рассказываете, я его пересматривала, ну раз 100 это точно. В общем, все мои просмотры от вас. Вы так долго обо мне там еще шли по пляжу и говорили. Перед этим вы наклонились, цветочек понюхали. И потом, вот зрительница Марина, у меня сердце, а я же не знала, что вы расскажете. Я просто как бы комментарий оставила. У меня сердце как затрепещет, я такая думаю, неужели про меня? И вы вот начали рассказывать, я такая, точно про меня. И вот вы все шли по пляжу, и я все время, когда сюда приехала, думаю, я встречу вас именно здесь. Как называется это хоть видео-то, да? Не помните? У меня написано в телефоне. Я сейчас покажу тогда, да? Ну вам давай, можно? Принеси, покажи. Большое переселение... 17-е. Большое переселение мроев. И вот коробочка для... Вот оно. И где-то на 12-й минуте. Я не знаю, будет у меня интернет или нет, говорить. Ну, здесь не очень да, тянет. Да, оно не тянет. На 12-й минуте где-то вот тут вы говорили. Ага. Здесь будет, да, не слышно. Не загрузит, наверное. Да, не загрузит. Ну, да. Понятно, здорово. Ну, короче, вот это видео я себе сохранила, и я его постоянно пересматриваю. Классно, спасибо да, большое. Да, не загрузит. Ну, в общем, вот 17-е видео того года Сарамболь. У вас отдельная папка.
как бы, где вот видео с Арамболя, да, 18. Да. Ага. Слушай, надо мне тоже невестке сказать, смотрите меня на всех экранах страны, я же уже давай. Там видео, пусть смотрят. Глаголь, говори, а почему ты, а у тебя не знают дети, что ты звезда Ютуба? Ага, да. Ага. Ну вообще, мама. Не, Катя, она там выискивает, она говорит, о, я там вас у Иры увидела. А, кто же мне, кто-то из моих, а, сестра моя, звонит. Мила, я тебя с Иру твою показывают по телевизору. Я говорю, что за передача? Я уже не помню, какая передача, ты включай все подряд. Она тебя увидела, показывали в какой-то передаче. Ну, в основном Прокопенко у меня берет сюжет, и военная тайна. Режиссер, да, и сам себе режиссер, да, вот там мы снимались. Прокопенко несколько раз. Иру показывают, Иру, она сейчас в Питере. Я говорю, господи, успокойся, Натусенька, все нормально. Я все это посмотрю. Она мне сегодня включай, тоже с телевидения написали, с НТВ. Вот. Ну, потом расскажу, не сейчас надо, даже, да, я сейчас подумаю, да. А, и мы просто не знаем, соглашаться или отказаться, вот. А, ну это что же все с такими затратными по времени моменты? Да, ну они сами сюда приедут, но тем не менее. В общем, посмотрим, короче. Я Саше отдала, я им говорю, давайте с ним договаривайтесь, вот вам его, да, мейл, вот его телефон. Пусть он решает все. Вы вживую классно. Прям вот такие живые. Так здорово, прям. Какие-то есть. Кто говорит, что вообще другие в жизни совсем другие, не такие, другие, да? Но чем на экране. Я даже не знаю, где лучше, где хуже, но другие. Другие. И Свин Фэмили другие. Я вот их прям увидела близко. Прям другие такие. И Катюшка другая. Она такая маленькая. Я думала, она с меня ростом. Я маленькая, да. Я с ней обниматься, там такая маленькая девочка. А Ирину, да. Когда видят первый раз, говорит, ой, вы такая маленькая есть. А я говорю, что ж они тебе, какой они тебя представляют? Нет, я знала, широкоугольный. Видно же это, да. Ну просто даже Саши рядом, ну видно, что она маленькая. Так что мне Катюшка тоже очень понравилась. Благодаря вам вот мы с ней познакомились. Сейчас вот тоже с ней весь вечер переписывались. И в кампе я была, мы все переписывались. Что делаешь, а ты что делаешь? Такая прям она сразу пошла на контакт. Тут вроде она мне ничем не обязана. А, я прилетела. На одной волне. Да. Она сказала, я вижу сразу. Но она сначала такая, как бы, а потом уже ее понесло со мной разговаривать. Такая молодец, вообще открытый такой человек. И первый день я прилетела, я как бы переутомилась в дороге, и мне стало плохо. А мы должны были встретиться с ней. Я пишу, что я не могу тебе передать кофе. Я говорю, я заболела, мне плохо. Она меня совсем не знает. И она мне пишет, хочешь, я сейчас приеду и привезу тебе лекарства. Я просто когда она это написала, я заревела просто. Мне до такой степени я не ожидала от чужого человека. У нее столько подписчиков, как бы, и вот как бы вроде, да? Так она не звездит, понимаете? Да, она говорит, человек. Хочешь, я сейчас приеду? Я до речи потеряла. Говорю, ну, Катенька, спасибо тебе большое, но я с семьей приехала. Я второй раз уже здесь, я им рассказала, где аптека. Они у меня, да, я им нарисовала, где аптека. Они мне сходили, купили, я выпила, и мне стало легче. Я ночь проспала, на следующий день мы с Катей встретились. Вот так вот. Она такая отзывчивая. Да, очень она хорошая. Тоже говорит, а Ирина какая добрая. Она говорит, мы с ней по фотопарте идем, все к ней. Ирина, она со всеми, говорит, как родная. Говорит, она очень тоже вас любит. И говорит, Ирина тоже добрая очень. Я очень рада, поэтому что я не увижу с ней завтра. Причем я к вам подхожу, вы мне улыбаетесь, как будто вы меня знаете. А я вижу, у вас вот огонечек горит на камере. Я думаю, вы снимаете рынок, а я тут иду со своими голыми коленками, мешаю вашим съемкам. Думаю, дай-ка я обойду вот так коврик, осмотрю, и они со своей камерой сюда. Думаю, ну, значит, на меня облава. Да, давай. Спасибо, ну, рада была очень спасибо, рада была. Рада была. А мои контакты есть и у Кати все. А, да? И местные все. Если что, значит, у Марины есть гостиница в Ейске, и можешь оставить потом, прислать мне данные, и, может быть, кого-то заинтересует, потому что очень... Ссылку, да, на страничку. Да, ссылку на страничку, реклама. Ну, раз уж, да, раз уж попалась. Да, рада была познакомиться. Увидимся. Давай, все, счастливо, дорогая. О, еще... Увидимся. Да, спасибо, Мариночка. Давай, рада была познакомиться. Светлая девочка такая.
отдаем, отдаем в целости и сохранности. Надо немножко подразмяться. А то я смотрю. А что это такое? Не знаю. Это как, смотри, дерево жизни. Там окошки, смотри, какие-то открываются. Да. А вот это здесь, видишь? Ой, какая красота. Там птичка внутри. Какая-то это такая тонкая работа. Ой, вау. Тут не обцарапай. А это типа листья нади? Да, типа листья нади вот такие типа... вот папирусы сложенные. Нет, подожди. Подожди, дай рассмотреть. Уж очень нравится. А? Это сам вот так вот делает. Видишь, тоненьким резачком. Да, резачком. Как. А, look, look, ага. Обалдеть. Это он резачком... А, и красит листиком зеленым, закрашивает, и он дает вот этот коричневый цвет. А это старый. А это старый, да. Манускрипты. А, так это манускрипты, да? Ой, они также не ломаются. Можно погнуть их. Palm leaves? Palm leaves? Uh-huh. Palm leaves, пальмовые листья. Удивительно. Уникальное. Last 20 years also. Last 20 years, Anjuna Market. Так прикольно это все. Вообще, это меня да. вообще потрясло, где картинки открываются. Uh-huh. Смотри. И как она складывается потом? Хороший подарок, 300 рублей стоит. Слушай, 300 рублей. 300 рублей, да? Ты спросила? Он сказал 300. 300, да? 300. Посмотри, какая красота. For present. Да, for gifts. Кому-нибудь там, да? Да. Это 1500. Это 1500 стоит. 1500 открывается. Да, да. This is 1500. Это, да, и это работа о целой неделе. Вот он, да нет, тонкая резьба это такая. Даже, мне кажется, и не так ли это Not very expensive. Это говорит, в больших шоурумах они 3-4 тысячи. Конечно. Да, я видела в больших шоурумах. Я вспомнила, что я где-то видела такое. Но это реально бизнес. Не, не сказать, чтобы это прям на каждом шагу такое. Это, да, уникальный это подарок. Уникально. Да, это интересно. Уникально. И очень интересно. Very interesting. You artist. Спасибо большое. Family? Generation, да? Много поколений у него. Это семья художников. Thank you very much. What is your name? My name Babu. Babu. Babu, where are you from? Which state? I'm from Orissa. It is Goa. I'm from East Coast. Is Arise. Orissa. Ah, is Arise. Orissa, yeah. Ага. Понятно. Thank you, Babu. You're welcome. Thank you. Пошли. Пошли. Как здорово. Здорово, да. Прямо уникально, уникальненько. Мне очень понравилось. Вот два... Ну, кстати, они очень достойно смотрят. Легкий бульон без никого. Сайрам, папа, вот time now. Now it's only 6:30. 6:45, мне кажется. Only 30 more minutes to go. Да, через полчаса, говорит, мы пойдем домой. Хорошо, да, и я сейчас работаю, не отвлекайся. Саши уже как маленький ребенок ест свои подарочки. Ему привезла Марина, да, конфеты. Да, это для тебя. Нет, нет, я не буду отнимать у ребенка подарки. Нет. Только для меня спрятал в темноте, такой раскрывает, разворачивает. Покажи, покажи. Мне лимонку отдай, а ей эту розовую. Ага, спасибо, спасибо, Саша. Ой, лимонная карамель. Мне кажется, я ее вообще 100 лет не видела. Просто лимонную карамель. Саши, у меня есть... Thank you. А я сейчас сделаю чендж, Саша. У меня тоже с собою было. Саши. Чоколад, чоколад, чоколад. For Indian baby. Евро или доллар? Что ты? Вот, вот you get. Евро or доллар? Вот, вот she gave you. У меня Николашка, у меня десятка золотая. А у Саши что? Не пойму. Какая-то валюта незнакомая. Спасибо.
Все, ребятки, потёпкала я в ту сторону. Ну давай, солнце мое. Так мы собакой не покормили, заболтались. Болтушки завтра покормим. Пока, мой хороший. Пока, все. Бай-бай. Бай-бай. А, они уже просто разбирают. Я не поняла, что за композиция. Хорошо. Музыка у кого-то. Ну все, мы пришли домой, дорогие друзья. Счастья, всем здоровья, добра и процветания. Спокойной ночи. Фу. Ой, мама. Ой-ой-ой.